О развитии конкуренции в Чувашии говорили сегодня глава республики Михаил Игнатьев и заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы страны Даниил Фисюк. Президент перед нами, перед вами поставил задачу, чтобы конкурентную среду только улучшали. И ваш пресс как раз даст дополнительные стимулы для того, чтобы, с одной стороны, озадачить органы власти, но, с другой стороны, у вас опыт большой, тем самым скажете в сравнении с субъектами лучшие практики. Не одно дело показатели, а другое дело состояние среды в целом. Естественно, это не может быть заботой только одного региона, поэтому, значит, первое, с чем я приехал, это, значит, с таким с желанием еще раз подтвердить намерение работать в этом направлении вместе. То есть именно федеральный уровень совместно с региональным. В направлении развития конкуренции Даниил Фисюк курирует 7 субъектов страны, включая Чувашию. Он отметил, что в нашем регионе конкуренция в бизнес-среде находится на высоком уровне.